отцу. Ну, близко, да, да, близко к тому, что надо, да, согласен. Ну-ка, слушаем. Тут я не выдержал, сказал, довольно, сука. Ну-ка, вариант. Давайте садеться теперь, садеться. Я не выдержал, сказал, довольно, сука. Если вам никогда я не... Подожди, стой, 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 не торопись. Мы не закончили с этим, а ты бежишь вперед. Тут я не выдержал, сказал. А теперь я хочу, чтобы ты спел все это одним куском. Понимаешь? Ты поешь это все разными кусками. Я хочу, чтобы ты спел одним куском, хорошо, понимаешь? Давай. Ты теперь знаешь, что делать надо. Александр, давайте, извините. Нормально все, не извиняйся. Готов? Да. Грабить я тебе не дам. Тут я не выдержал, сказал, довольно, сука. Довольно, сука, это надо было крикнуть. Ну ладно, сейчас я подставлю. Не, не нравится, я понял. Довольно, сука, вот так вот. Довольно, сука, довольно, сука. Что, ты не можешь так сказать? Тут я не выдержал, сказал, довольно, сука. Нормально, нормально пока. Ты же можешь лучше, но что с тобой такое? Хорошо, хорошо, хорошо. Засранец ты. Грабить я тебе не дам. Тут я не выдержал, сказал, довольно, сука. Одессу маму никогда я не продам. И где бы жизнь меня по свету не мотала. Одессу... Хорошо, еще раз то же самое. Еще раз, пожалуйста. Поехали. Грабить я тебе не дам. Тут я не выдержал, сказал, довольно, сука. Одессу маму никогда я не продам. И где бы жизнь меня по свету не мотала. Одессу маму никогда я не продам. И где бы жизнь меня по свету не мотала. Одессу маму никогда я не продам. Не продам, надо было вещи. И довольно, сука, не очень сказал хорошо.